что-то упражнение. Можно? Вот то, что сегодня делали. То есть партнер, когда хорошо держит, да, возникает, и вот я пошел с ним, и болит здесь, он уже. Поэтому упражнение, чтобы вы могли держать структуру во время изменения своей амплитуды. Структуру дали, и теперь структура остается, партнер дает. Есть. Структура остается, партнер дает. Партнер отходит, я в балансе. Главное что? Главное не наваливаться на партнера, поэтому отходит. Здесь транспорт. Здесь транспорт. Транспорт все время. Я все время в расходе. Партнер. Все время в расходе. Поэтому когда он отходит, я остаюсь в балансе. Это упражнение. Теперь Это когда у вас работает, как расход. Поэтому вы можете здесь структуру создали, здесь без проигрыша. Так, партнер не нужно пройти. Если вы структуру не создали, то вас создали, посадите. Когда вы будете менять положение. Поэтому все то. Здесь. Здесь структуру создали, да, здесь структура. Здесь структуру создали, здесь структуру создали, на себе нет сил, задавил. Поэтому это важно. Поэтому нужно всегда видеть, как партнер идет. Да. То. Здесь структура. То есть у вас не должно быть в процессе движения, не должно быть. Да, не должно быть проигрыш. Если проиграл, обнулил. Давить. Я не вытащу. Поэтому все, без проигрыша. Не должно быть нигде проигрыша. Выиграть должен. Надостать время. Это момент. Следующий момент. Вот такие вот штуки всякие. То, что усиливает ваше движение. Вот эти все вещи. Вот эти все вещи. Вот эти вещи, да. Здесь. Вот эти сгибания, они усиливают очень движение рук. Очень усиливают движение рук. Поэтому техника будет такая. Здесь. Так, нет. Поэтому здесь. Да. Здесь это. Да. Так, линейно нет. Линейно нет. Поэтому. Здесь. И дальше. Бросок. То же самое вращение предплечья вверх. Линейно. Нет, линейно нет. Поэтому здесь. Да, вот это вот. Да. Да. Линейно. Я не вытащу. Да, не вытащишь. Не вытащишь, ты хорошо будешь держать. Все, поэтому здесь. Да, поэтому здесь. Да, поэтому здесь. Это вот эти вот штуки. Защитные. Защитные. И теперь линия для работы локтей. Хорошо держит. Да, и вот. Он заузил захват. Поэтому я не пройду никогда. Ну не пройду все. Здесь не пройду. Моя задача организовать более узкий силовой треугольник.
Поэтому я, во-первых, обхожу, сажаю его на спину. Если показывать так, чтобы было видно, это будет вот такое вот движение. И на продолжение этого движения я вхожу локтями и освобождаю себе ставшую по его линии. Второй момент. Противоход выйдет. Все то же самое. Хорошо держит. Вот я зашел, у меня нет противохода. И я ленина, я не зайду. Потому что у меня не работает все тело. Теперь работает все тело. Второй момент, относящийся к тем же самым противоходам. Если я работаю линейно, даже если я, условно говоря, там, как бы, там зашел что-то, то человек будет передавливать, да, и вот, все может закончиться плохо. Здорово. Хорошо. Да. Поэтому, чтобы человек ко мне не проходил, за счет противоходов организуется, как сказать, ну не может он пройти. Да, структура. Структура, граница структуры. Получается, у меня граница моих конечностей. То есть у меня граница структуры получается не здесь, да, и все, и вот вся у меня структура уже все, у меня выдержит. А я практически свою структуру вставляю в него. И тогда партнер не может пройти совсем классно никуда. Если я такого действия не делаю, то товарищ, давай нормально. То товарищ и будет меня давить там где-то. Ну, мамочки. Поэтому вот это все, что говорили, да, что-то вот. Плохо, локти не пошли. Поэтому через серединку. Локти через центр структуры. Все. Фу, спасибо.